путешествие в водах реки Фонтанки. Впереди перед нами один из самых известных и красивейших мостов Петербурга – Аничков. Украшают его четыре скульптурные группы – укротители коней. Это аллегории покорения человеком природной стихии. Их автор – скульптор барон Петр Карлович Клопов. Аничков мост расположен в створе Невского проспекта, главного магистрали города. Прокладывать Невский проспект начали еще в Петровскую эпоху, и он был задуман как один из важных путей новой столицы. На пересечении его с Фонтанкой по указу Петра I в мае 1716 года возведен деревянный мост, один из первых мостов города. Возводилась эта переправа силами инженерного батальона, которым командовал инженер-подполковник Михаил Аничков. От его фамилии и пошло название моста, сохранившееся до настоящего времени. Сам же мост неоднократно перестраивался. В нынешнем виде он существует с середины 19 века. За мостом справа разместился Аничков дворец, построенный в середине 18 века по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны под руководством архитекторов Зинцова, Дмитриева и Растрелли для своего фаворита, графа Алексея Григорьевича Разумовского. Название дворца, так же как и моста, связано с фамилией офицера Аничкова, командовавшего батальоном, располагавшимся в первой половине 18 века в одноименной слободе неподалеку. Справа по борту у Аничкова моста мы видим нарядное здание розового цвета. Это дворец князей Белосельских-Белозерских, который стал последним частным дворцом, построенным на Невском проспекте. Владельцы дворца относились к старейшему в России княжескому роду. Начиная с 16 века представители этого рода занимали высокие посты на государственной службе. Строительство нового дворца на Невском проспекте осуществлялось по заказу князя Эспера Белосельского-Белозерского под руководством архитектора Андрея Штекеншнейдера в 1846-48 годах. Современники считали дворец Белосельских-Белозерских совершенством в своем роде и называли Штекеншнейдера преемником изящного вкуса и искусства графа Растрелли. Дворец стал первым в Петербурге примером особняка в стиле второго барокко. С середины 19 века дворец Белосельских-Белозерских стал местом проведения знаменитых балов и других светских мероприятий. На концертах в дворце выступали Антон Рубинштейн и Ференц Лист. Частными гостями в дворце Белосельских-Белозерских были представители императорской фамилии, так как на противоположном берегу Фонтанки находился Аничков дворец. В 1884 году дворец был приобретен императорской семьей. В нем поселился брат императора Александра III, великий князь и будущий генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович. Он въехал сюда со своей супругой Елизаветой Федоровной, урожденной принцессой Эллой Гессен-Дармштадтской, сразу после венчания. Приемы, устраиваемые князьями в собственном дворце на Невском проспекте, славились размахом и